самое главное в армрестлинге – это правильно понимать технику, да, правильно понимать, какие группы мышц у тебя работают во время движения. Имея в голове это понимание, тренироваться можно дома, ну, не знаю, там, у меня был период, когда у меня дома была только 32-килограммовая гиря, я лишь с ней поддерживал себя в форме. То есть это, в принципе, достаточно просто. Гири у нас сейчас нету. Вот, предположим, отягощение, да? Изменение нагрузки у нас идет за счет работы предплечья. То есть работаем на крюк. То же самое, меняем положение кисти, да, то есть с горизонтального на вертикального большим пальцем вверх. И уже прорабатываем плечо лучевую, уже работаем на верх, да, на технику верха. Что нам нужно еще? Да, проработали крупные группы мышц. Плечевую, бицепс, боковую. Переходим к предплечью. Все то же самое. Тот же набор приспособлений. Работаем на пронатор. Работаем на отведение. Следующее приспособление. Чтобы у нас движение шло с пальцев. Работаем на предплечье. За что я люблю армрестлинг? За то, что этот вид спорта очень ленивый. Вот я сижу на одном месте, никуда не хожу и, в принципе, проработал все необходимые мне группы мышц. Цените это. А если быть абсолютно серьезным, то, как вы видите, в принципе, полный комплект упражнений с достаточно незамысловатым спортивным инвентарем. И поверьте мне, чтобы выигрывать, прежде всего, нужно ваше желание и характер. А чем вы занимаетесь и где вы занимаетесь, это, в принципе, абсолютно без разницы. Ну, естественно, что для полного счастья нужен стол и нужен спарринг. Это, наверное, основа. Но развитие силы, оно вполне возможно и в домашних условиях.